Чтобы освоить профессию, необходима не только теория, но и практика. Студенты профессионального колледжа Московия начинают выезжать, что называется, на поля уже с первых дней обучения, задолго до настоящей производственной практики. Вот и учащиеся второго курса отделения соцобеспечения и права посетили управление пенсионного фонда номер 8, чтобы поближе познакомиться с работой этого учреждения. Студенты уже заранее могут посмотреть, чем мы занимаемся, могут определиться с выбором своей дальнейшей профессии. А также, конечно, мы очень делаем большую ставку на то, что к нам все-таки придут молодые кадры. Заместитель начальника управления Юлия Филатова провела обзорную экскурсию по филиалу фонда. Ребята узнали, какие функции выполняет консультант на ресепшн, где предоставляют СНИЛС и как он сейчас выглядит, в каких случаях и где выдается материнский капитал, какие виды пенсии бывают, кому положены выплаты и как их оформить. Мы указываем все персональные данные, вид пенсии, который мы хотим назначить. Их вот видите, сколько много видов. У каждого свой. Ребятам рассказали, как выглядели самые первые трудовые книжки, появившиеся в 1938 году, и чем их заменили сейчас. А также студенты узнали, как с помощью сайта Пенсионного фонда России рассчитать свою будущую пенсию и понять, как ее увеличить. Для Даниила Васильева учеба в колледже – лишь промежуточная ступенька по пути к желаемой цели. Он мечтает получить высшее образование в области государственного управления и работать в органах власти. Сегодняшняя экскурсия показалась ему очень интересный. Все очень понравилось, как все работает, структура. Каждый человек может прийти сюда и получить любые ответы на вопросы. Впрочем, специализация ребят не ограничивает их работы только лишь в пенсионном фонде. Также мы сотрудничаем с ЗАГСом Ленинского муниципального района. Да, в будущем планируем отвезти наших студентов и в суд, то есть для показать места прохождения практики. Такие экскурсии позволяют студентам окончательно определиться с дальнейшей сферой деятельности. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.